По поручению акима области Ермека Кошербаева в Таврическом сельском округе активно ведутся работы по среднему ремонту дорог. Местные жители не скрывают радости. Они ждали начала работ с нетерпением, поскольку дорожная инфраструктура в их населенном пункте давно требовала улучшений. В Таврическом сельском округе ведется укладка асфальта с соблюдением необходимых технологий. Сохранить покрытие помогают специальные влагостойкие материалы отечественного производства, говорят специалисты. Выделены 47 миллионов тенге на средний ремонт дороги в Таврическом сельском округе. Расстояние 600 метров. Асфальт будет ложиться в два слоя, 4200 квадратных метров. Также дополнительно будут установлены дорожные знаки, пешеходные переходы, лежачие полицейские. Первый слой крупнозернистый, 6 сантиметров, второй слой мелкозернистый, 4 сантиметра. Мы начали работу 31 августа, срок работы у нас 1 месяц. Погодные условия, если позволят, мы закончим в течение 15 дней. Местные жители долгое время мечтали о том, что дорога будет отремонтирована. Теперь они не скрывают радости. Недавно был аким области Ермек Кошербаев, значит, был разговор в отношении центральной дороги. Значит, он конкретно пообещал нам, что, значит, в ближайшее время мы это, значит, исправим и сделаем хорошую дорогу. И в настоящее время мы находимся, значит, где ведутся работы. Значит, благодарны ему за это. Дорога вроде бы делается в прекрасном виде, техника работает. Мы рады за это, что, значит, у нас будет такая хорошая дорога. Отметим, что через село нередко проходит маршрут большегрузных автомобилей, поэтому планируется строительство объездной дороги. Проект уже прошел утверждение и положительно решился вопрос с выделением земельного участка под строительство нового пути. Яна Мумлева, Дильнас Мурзагалиева, Дильнас Еркенбекова, Мадияр Кабидеш, Алтай Ахпарат.